Вітаю, друзі! Ви на Фабриці Новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і моя співрозмовниця сьогодні – білоруська опозиційна журналістка Тетяна Мартинова. Пані Тетяно, я рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю, пані Євгенія. Рада я бачить на і вас, і всіх наших глядачів. Тетяна, якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із новини про те, що Польща розгортає новий танковий батальйон біля кордону із Білоруссю. У селищі Чортаєв вже розгорнуте контейнерне містечко, а найближчі роки планується розбудова постійної інфраструктури. Повідомляється, що на першому етапі там будуть дислоковані понад сотню солдатів, а в перспективі кілька сотень на постійній основі. Скажіть, будь ласка, це усвідомлення загрози від Кремля? Це усвідомлення того, що розраховувати полякам, якщо, окрім себе, на НАТО, нема ніяких спроможностей. Ну, а тепер я буду говорити побыстрее, іначе я можу на українському, на самом деле. Да, но это будет дружка. Да. Смотрите, до поляков реально дошло, что все, кіна не буде. НАТО не придет, порядок не наведет. Европа при всей ее позиции правильной, демократии, каких-то стандартах, да, НАТО, вот этих статьях, там, четвертая, пятая и так далее. Они, наконец, мне кажется, ее прочитали. Вообще, что в этих статьях написано. Да, не прошло и до кільки років. Так вот, и что дальше? Дальше они строят самую сильную армию в мире. Потому что Лукашенко для них как обезьяна с гранатой. Никогда не знаешь, куда его швырнет. Мир, в котором мы сегодня живем, он мерцающий. Сегодня друг, завтра враг. Сегодня нейтрален, завтра встал на сторону оси зла. Вы смотрите, что произошло со Словакией. Что начинает происходить в Румынии. Как партия маргиналов, просто маргиналов из 2% на антиукраинской позиции доходит до 20%. Ну, про Венгрию я вообще молчу. То есть там всегда была очень странная позиция члена Евросоюза, который против Евросоюза. Такие пчелы против меда. И поляки, как одна из достаточно сильных сама по себе стран Евросоюза, смотрите, ведь что нам важно понимать. Польша член Евросоюза, член, правильно? Но она выставляла ряд своих условий. Включая то, что в Польше остался польский злотый. Не говоря уже про то, что и войско польское всегда было достаточно мощным. А сейчас они реально, они об этом заявили давно, не сегодня, не вчера и даже не год назад, а гораздо раньше. Они строят самую сильную армию в Европе, они хотят это сделать. Они понимают, что у них нет вариантов. Потому что сегодня может состояться любой альянс, абсолютно любой альянс, который, например, добьется того, что Украину просто сравняют с землей. Я сейчас не говорю, что так будет. Я в том смысле, я не хочу никого пугать. Я говорю, что сегодня мы живем в таком мире, в котором возможно все. Исходя из того, что мир поломался. Исходя из того, что мы окончательно убедились в том, что организация, извините, охреневших наций ни на что не способна. Красный Крест? Нет. ОБСЕ? Нет. Люди не подготовились к борьбе с людоедами. И, естественно, Польша, не теряя времени, готовится. Вот и все. При всем при этом я хочу сказать, что ведь Лукашенко до последнего будет держаться, если это будет такая возможность у него, потому что, по сути, все равно решение будет принимать Путин, а не он. Будет держаться до последнего, чтобы ни на кого не нападать. Тетяно, у мене уточнення одразу. Ви кажете, Польща готується, так, на випадок чогось. А ось цей випадок, так, коли він може наступити, за яких умов, за яких обставин? Це складний питання. На нього потрібно відповідати дуже акуратно. Тут одним юмором не відділаєшся. Я думаю, когда со стороны Польши действительно почувствуется некая угроза для России. И для Беларуси, как для сателлита России, как для вассала России. Потому что пока, в общем-то, уничтожается Украина, и пока весь
вот этот вот конфликт этого региона, война этого региона, она сосредоточена в Украине, в общем-то, нападать на Польшу им нет никакого смысла. Скажите, но мы вспомнить, знаете, что должны? То, с чего мы смеялись в январе 2022 года, когда Путин заявил, надо к границам 1997 года, помните? Страны Варшавского договора, да? Верните всех назад под протекторат Московии. Вот если этот сценарий, как сценарий с Украиной, он решит реализовывать, ну вот тогда Польше пригодятся танки. Скажіть, будь ласка, а Лукашенко для Путіна от на сьогоднішній день яку роль відіграє? Як у подальшому може Путін використовувати Лукашенка? Принеси, подай, не мішай. Все. Тут даже нечего обсуждать. Скажіть, будь ласка, тобто давайте візьмемо ще останні заяви тоді Лукашенка, в цьому контексті ще поговоримо. Він нещодавно сказав про те, що впевнений в тому, що Україна нібито є витратним матеріалом для Сполучених Штатів Америки, і заявив, що Україна все одно буде наша. Він про це говорив на зустрічі з представниками трудового колективу і будівельниками Білоруської АЕС. Звісно, що здавалось би, що на його заяви, ну якби не варто звертати увагу, так, але все ж таки, коли він говорить цю фразу «Україна все одно буде наша», в мене питання, а чия? Яке відношення має Лукашенко тоді? На этот вопрос тоже можно ответить коротко, да, это не к нам, это в медпункт, но придется ответить более расширенно. Смотрите, Лукашенко погружает свой электорат в иллюзорную реальность. В ту реальность, которая для него и для тех, кто его каким-то образом слушает, кого зомбируют там, через телевизор, через YouTube, потому что в YouTube же тоже очень много пропагандистского контента с той стороны. Значит, они должны жить вот в этом придуманном мире, в котором существует политика государства, абсолютно биполярная, то есть такое биполярное расстройство. Чистый Оруэлл, свобода – это рабство, не навязывайте нам свою демократию, диктатура – наш бренд. Диктатура – хорошо, потому что вы, дети, неразумные, вы пальцы в розетку все равно засунете, а я, смотрите, вам ее скотчем заклеил, да? Сейчас мы про выборы говорим. А те, кто скотч попытался отодрать, я в кутузку посадил. А то вы, опять же, пальцы в розетку засунете, и что? То есть основа – это неразумное население, которая не в состоянии определять свою судьбу. Добрый барин делает так, что им хватает на еду, у них все достаточно стабильно, и некоторые даже зарабатывают, кто не лезет в политику. Далее, над вами не летают ракеты, вас не бомбят, у вас все работает, да? Горячая вода, канализация, отопление. И то, что у вас прям недалеко от границы убивают украинцев, это украинцы сами виноваты, потому что там злые бандеровцы. Вот они, так сказать, с глузду съехали, да, и их надо срочно замилитаризировать, денацифицировать, и тогда все будет хорошо. И, конечно же, не переживайте, Россия с этим справится, потому что эти злобные бандеровцы, они же для Беларуси тоже угроза, понимаете? То есть парадигма такая. Украина будет наша, в том смысле, в наших крепких терновых объятиях авторитарных диктаторских стран России и Беларуси. То есть Украину мы забираем к своей оси зла. Она будет с нами, она будет в порядке, значит, и мы дадим вам мир, свет, дождь, свет, май, что там еще они могут дать. Да, поставим, вернем на место все памятники, все улицы, да, и снова будем жить в Советском Союзе, в прекрасном прошлом, где у нас будет вот ЦК КПСС с мудрыми вождями, неважно, как это будет называться. А вы, мои дорогие, не беспокойтесь, никакие злобные украинцы, особливо пол Калиновского, который воюет за Украину, да, с россиянами, он не придет. Вот это то, чем народ успокаивают, убаюкивают, рассказывают. Есть другие нарративы, которые транслируются, такие как Европа
заинтересована в войне, потому что утилизирует оружие старое, да, на территории Украины. Китай заинтересован в войне, потому что он ослабляет Россию. Америка заинтересована в войне, но не в победе, потому что Россию-то она ослабляет, но, соответственно, усиливает Китай, а в этом не заинтересована Америка. И самое важное, что мы должны понимать, что все эти нарративы, в них есть та доля правды, но есть одна большая ложь. Это не сценарий, который не меняется. То есть первично не задумка поубивать украинцев, утилизировать оружие, да, там Америка решила там ослабить Россию нашими руками. Нет. Это столкновение оси зла, авторитарного мира и, соответственно, демократии. И они бьются сегодня на территории Украины. В каком-то смысле они уже бьются на территории Израиля, но там немножко другие, на территории Газы, вернее, больше, да? Но там немножко другой, более глубинный смысл. И пользуясь вот этой частичной правдой, за которой надо видеть дальше, россияне и ведут свою информационную войну. Да, нам дают устаревшие виды вооружения. Ну что, это не правда? Правда. Да, вот все остальное тоже правда. Но это не потому, что кто-то собирался напасть на Россию или что-то сделал, или что Америка развязала войну и решила, значит, руками там украинцев или, да, еще как-то поубивать русских. Нет. Это просто мир зашел в тупик. А так устроен этот мир, что в тупиках войны начинаются всегда. И я думаю, что эта война не последняя, в том смысле, да, если мы берем очаги, мы еще посмотрим и на Китай-Тайвань, как говорят очень многие политологи, возможно. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, насколько я помню, даже в доктрине американской написано, что она не может вести более двух войн. Ну, помогать в смысле, да, то есть сейчас она помогает Украине и она помогает Израилю. То есть третью войну Америка не потянет со своей помощью. Соответственно, от какой-то им нужно будет отказаться. Вопрос от какой? Від війни. Якої ви маєте на увазі? Війни в Ізраїлі, війни в Україні чи війни третьої? Да, вот есть простой вопрос. Зачем Америке Тайвань? Тетяна, а чому ви очікуєте? Вашим політичним аналітикам. Пусть они ответят, потому что тут, знаете как, я такой шучу часто, я специалист широкого профиля, слишком. А здесь нужны прям вот эти узенькие, что с точки зрения экономики, военной доктрины и так далее. Зачем штатам Тайвань? У них там хватает и баз в том регионе, и всего остального. Тетяна, скажіть, будь ласка, а чому ви очікуєте від зустрічі у Сан-Франциско завтра так Байдена і Сі Цзіньпіня? Может быть, они поженятся, это бы спасло их. Кто-то из них должен быть девочкой тогда. Знаете как? Боже, как это древняя история, да, когда... Ладно, совсем в древность не пойдем. Мы же с вами помним, да, что в разные времена разные монархи женили друг на друге, да, обменивались, так сказать, своими отпрысками, женили их друг на друге ровно для того, чтобы страны не воевали. Но мне кажется, как-то надо вернуть эту традицию, потому что работал же, причем достаточно долго. Потом, правда, тоже зашло в тупик. Ладно, возвращаемся, делаем серьезное лицо. Первое, что по-любому они будут обсуждать, ну, если верить заявлениям официальным Китая, это контроль над ядерным вооружением, что немаловажно. Второй момент, я думаю, который они обязательно будут обсуждать, как они будут взаимодействовать в смысле обмена технологиями, товарами, потому что, ну, вы же понимаете, мир зависит от китайского производства. Весь мир. И если мы хорошо посмотрим вокруг себя, вы в своей студии, я в своей, то, пожалуй, что мы найдем процентов 80, да, made in China. Очень многое на самом деле зависит от этой встречи с точки зрения скорости событий,
развертывание, да, каких-то новых очагов нестабильности. Но это такая посредованная история, в которой, да, мы должны понимать, есть более сильные страны, да, и более слабые. Есть гегемоны, есть там не гегемоны, есть те, которые примыкают к лагерям. И, казалось бы, НАТО и Евросоюз – это же очень крутая история. Но, как мы с вами видим, поляки делают свою армию, ни на кого особо не рассчитывая. Так и здесь. Как бы ни прошла эта встреча, для нас она скорее даст понимание того, как на данный момент, в данную секунду, в данном дне принято решение коммуницировать Америке и Китаю со всеми остальными странами. От этого не поменяется доктрина Америки. От этого не поменяется доктрина Китая. И самое главное, от этого мы не должны складывать, да, лапки. И мы, и вы, я сейчас говорю и про украинцев, и про белорусов, да, про вот этот наш очень тяжелый регион. И надеяться на то, что, о, большие дяди там за нас сейчас порешают, и все у нас будет хорошо. Нет. То есть мы должны понимать, куда они, куда будет дуть ветер с запада и ветер с востока, и строить свою историю, свою личную историю. Я неустанно повторяю. 3 года, как попугай, просто сижу во всех эфирах, и ваших, и в своих, и у себя на YouTube-канале, и говорю, ребята, союз, прочный союз Беларуси и Украины, это прям самодостаточное, огромное по европейским меркам. И в ближайшем будущем процветающая страна. Мы абсолютно самодостаточны. Тетяно, і от щодо майбутнього тоді Білорусі, давайте поговоримо. І ви в себе на Фейсбуці написали пост, де говорите про те, що відбулася зустріч у Таліні, говорили там якраз про Білорусі. Ви кажете про те, що демократичні сили білоруські мали можливість висловитися, так, донести свою позицію. Скажіть, будь ласка, а чи є єдина позиція у демократичних сил Білорусі, як побороти режим Лукашенка? А у украинцев есть единая позиция, как расправиться с Российской Федерацией, прости господи? Выйти на кордоны 91-го года. Это не позиция, а это цель. А как вы ее достигать будете? У вас есть единая позиция? Я сейчас не хочу кидаться в вас камнями. Я безумно люблю Украину, я очень за нее переживаю. Вы же видите, я не уезжала никуда после того, хотя нам же предлагали эвакуацию всем, да, и мне как публичному человеку предлагало 3 страны. Нет, я сказала, что я с украинцами до конца. Поэтому я надеюсь, имею право вам это сказать. У вас в инфополе такой же бардак, как и у нас. У вас столько же фриков, невменяемых совершенно, сколько и у нас. У вас позиции, что делать, расходятся через день у многих лидеров мнений, так же, как и у нас. Разница в том, что ваши люди, украинцы, гибнут каждый день на поле боя, а наши сидят по тюрьмам и умирают в тюрьмах. Что страшнее? Конечно, ваша ситуация. Это однозначно. У белорусов есть 3 позиции основных, скажем так. Мы говорили об этом и в Эстонии. Прекрасная была конференция. Были послы со многих стран. Американский посол был, латвийский, который, кстати, был в Беларуси последним послом Латвии в Беларуси. Вот. Было очень много общественных организаций, миссий разных, британских. А белорусов там было 40% на этой конференции, все остальное был дипкорпус. И почему я написала, что это важно? Мы высказались, и мы просто обязаны показывать миру, что мы вменяемые. То, что у нас разные позиции, ну, бывает. Есть, например, позиция, и она прям жесткая, никаких торгов с режимом, давим, 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 давим. Санкции блокируем, заставляем Лукашенко отпускать политзаключенных. Есть 2-я позиция. Плевать Лукашенко на ваши санкции. Он уже все порешал. Эти люди досидят до конца все сроки, поэтому давайте торговаться, давайте выкупать политзаключенных за вверительные грамоты, за какие-то плюшки. Да? Но, соответственно, это мы выходим на очередной круг. Так уже было. Так было в 6-м, так было в 10-м, так было в 15-м. Чего мы добились?
в 2020 году тогда, минимум 500 тысяч уехало, 500 тысяч из там неполных, ну, по переписи там 9400, но это так. Есть цифра миллион уехавших, да. Огромное количество людей в тюрьме. То есть ради чего тогда это все? Есть третья позиция. Ребята, вы все балаболы. Вот это ваши Тихановские, Мартыновы, вот эти вот все некие там демократичные лидеры, которые нечто там говорить про будущее Беларуси, как воно це буде. Это все ерунда. Берем ружье, идем стрелять. То есть полк Калиновского придет, порядок наведет. Только силой, только военным вторжением, значит, и перебить не согласны. Это самый слабый голос, я вам хочу сказать. Невзирая на то, что полк Калиновского, безусловно, герои. И белорусы им очень гордятся. Но если мы берем позицию белорусов по этому вопросу, а существуют исследования? Конечно, они все со скидкой на то таке внутри Беларуси. Это вообще очень сложно, потому что там концлагерь, даже там что-то проходит. И, соответственно, белорусы замежжи. И вот белорусы замежжи в этом смысле, они, те, которые чуть больше понимают, чем те, кто только в 2020 году вдруг решил поинтересоваться политикой, что этот вариант возможен. То, что сегодня очень многие говорят, что, ну, собственно, если белорусы захотят пойти освободить свою страну, их никто удерживать не будет в Украине. Но у меня тут есть пытанечко. Через какой кордон? Потому что, якщо Украина претендует на цивилизованную страну, и, допустим, все, мы победили, да, полк Калиновского тут уже не нужен, они, значит, пошли освобождать Беларусь. Это будет как Газа, нет? Мы пропустили террористов на чужую территорию, и они пошли кого-то убивать. Я сейчас говорю, какие... Я сейчас не сравниваю, я говорю, какие параллели будет проводить глубоко беспокойное мировое суспильство. Понимаете? Соответственно, есть только один вариант. Это с российской стороны. Правильно? Правильно. Но у нас же позиция ров с крокодилами. И белорусское шанунное змагарство говорит, что хороших русских к чертовой матери мы с ними вообще даже не хотим общаться. То есть... Сегодня вот в этой вот политической воле, хотя, знаете, я ее называю иногда политическая неволя, у нас ведь очень много светлых людей, которые достаточно правильно себя ведут, понимают, да, как вообще пока сегодня, по каким законам работает международное право, что мы можем себе позволить, чего не можем себе позволить. А есть те, кто... больше похоже на информационные психологические спецоперации, которые там рассчитаны оказывать некое больше психологическое давление, но люди, которые этому не подвержены, они понимают, что так не будет. И вот эти три позиции, которые я сейчас обрисовала, дожать, дипломатически освободить, торговаться, вернуть все, как было, главное, освободить людей, и силовой захват. Я думаю, что если мы как-то из них сделаем нечто, знаете, как это, компиляцию одного общего, в котором будет присутствовать и переговорный процесс, и, скажем так, дипломатический международный процесс, потому что Тихановская... легитимная, ее признают во всем мире. И я лично убедилась и не один раз, и не только на этой конференции, а у нас уже много было разных встреч, форумов, что да, международное сообщество нас поддержит. И вот эта сила, которая будет угрожать, не заходить, а, как я люблю говорить, подойдет к границе и сурово посмотрит, поставив некий ультиматум. Вот, возможно, как-то так, но здесь есть очень важный момент. Политическими представителями этой силы
должны быть люди, которых признают белорусы и внутри страны, и те, кто будут осуществлять силовую поддержку, и те, кого легитимными признает наше замечательное международное сообщество, наши партнеры в Европе и Америке. Пока я вижу, что эти три силы имеют каждый своих представителей, знаете, такую суповку, и они между собой не дружат от слова совсем. И пока они договориться не могут. То есть мы можем разговаривать, потому что на этой конференции, которая была в Таллине, были люди, которые представляют разные позиции, они не расплевались вообще ни разу. Никто не предал кого-то обструкции, да, или не вышел на сцену с криком, да. Что вы тут делаете? Пойдите вон, я фраппирован вашими заявлениями. Нет. Мы разговаривали, мы задавали вопросы, в том числе публичные, и мне кажется, эта конференция – это один шаг из множества шагов, которые уже были сделаны, которые делаются будут дальше, к тому, чтобы мы нашли вот этот серединный путь и смогли склеить белорусское общество без крови, освободив его от тирании. Тетяна, якщо дозволите, я уточню. Скажіть, будь ласка, а от чи може найближчим часом в Білорусі з'явитися просто от білоруський лідер, такий, як я маю на увазі, крім Світлани Тихановської, за яким би пішли люди? Нет. Смотрите, мы попали в ловушку пустого стула, потому что Тихановской никто не дал вступить в должность президента, хотя и выбрали белорусы. А Лукашенко нелегитимен тоже, как бы, да, стул пустой, но тем не менее он удерживает власть. Для мира слово легитимность не пустой звук. Выборов больше при Лукашенко не будет. А даже если будут, ну, их никто не признает. То есть у нас или Тихановская, или Лукашенко. Никакого другого лидера белорусов ни одно мировое сообщество, ни один мировой лидер не признает. Я все время пытаюсь объяснить это белорусам, которые пытаются канцелить Тихановскую и кричать: «Посмотрите, какой я харизматичный и умный. Она же дура котлетница, а вот я знаю как». Ты можешь что, сколько угодно знать как. Если ты такой умный и харизматичный, и знаешь как. И, допустим, ты даже не можешь достучаться до Тихановской. Делай публичное заявление. Но не как геть свету, я главный. Вот что я, например, делаю, когда я вижу, что где-то что-то там штаб косячит. У меня есть мой YouTube-канал, на который подписано 50 там 1 тысяча белорусов, украинцев. Там у меня уже украинская достаточно тоже немаленькая аудитория. Я делаю интервью с кем-то. Я говорю: «Светлана, покажите это видео Светлане Георгиевне. Пожалуйста, она должна дать родительского поджопника вот этим и этим. Что, мы ее зря выбирали?» Ну, это, знаете, это не то, что я умнее или я сейчас вместо нее. Нет. Ее выбрали белорусы. Она тянет эту лямку. И если где-то я хочу помочь, я нахожу способ помочь, поверьте мне. Потому что он есть, всегда можно найти. Я не дергаю, хотя у меня есть контакт Тихановской, я могу хоть каждый день писать ей в личку, но я этого не делаю. Потому что, ну, я не считаю себя вправе, как это, кукловодить Тихановской и что-то постоянно от нее требовать. Если я вижу что-то важное, я это делаю. И я уверена, что у людей, которые ну, вот, которые тоже с претензией, да, на заменить Тихановскую, у них тоже есть личка, поверьте мне. То, что в 2020 году мы все были вместе, мы ничего не делили. Мы все были из разных вообще направлений. Когда вот-вот победа маячила буквально 2-3 месяца, мы были все едины, никто с кем ни разу вообще не поругался. Это потом началась дележка, битва за ресурсы и поиски виноватых. Но это, опять же, закономерный процесс. Везде, где бы мы ни были на встречах разного уровня, вообще белорусская, да, оппозиция, легитимная оппозиция, представители демсил разных, включая, например, общественное объединение помощи заключенных, везде мы слышим одно и то же: ребят, берегите Тихановскую.
мы никого больше другого не признаем, потому что у нас нет такой возможности, у вас не будет больше выборов. А сейчас сделать опрос в Беларуси реально, кого вы поддерживаете и за кого бы вы проголосовали, хотя это, опять же, это нелегитимность, но даже просто опрос, это невозможно. Информационное поле зачищено. Люди загнаны под плинтус. Каждый день мы получаем сообщения об арестах и правителях. Каждый день. Кого-то просто пугают. Пошли уже по бьюти-блогерам, по фуд-блогерам, по певицам, которые, боже, ну, ладно, хорошо, в 2020 году многие были бесстрашные и вешали БЧБ-флажки там на окнах, выходили. Все уже давно убрано, потому что шастают дементоры везде по подворотням, везде видеонаблюдение. Всех отсняли в 2020 году, сейчас эти терабайты информации обрабатывают и в очередной раз кого-то ловят, закрывают какие-то бизнесы. То есть, ну, машина не остановится, это уже невозможно. Она вошла во вкус, и когда закончатся наши, они пойдут по своим, но это уже будет другая история. Поэтому я все время всех призываю. Скромнее надо быть. Надо помогать. Если вы считаете себя самым умным, что вы точно знаете, пробуйте, но не за счет того, чтобы унизить и уничтожить кого-то другого. Я не согласна со многими, я сейчас имею в виду в нашем, да, в нашем демодвижении, но я всегда обоюсь открытым забралом. Я ухожу и говорю: хлопцы и эти девчата, что вы робите? Мы так Лукашенко не победим. Вы уже не с Лукашенко боретесь друг с другом, алло, с криком все назад. Давайте что-то думать вместе. У нас очень много умных, светлых людей. Белорусы очень законоподслушная нация. Это какие-то вообще восточнославянские немцы, которые прям вот... У нас чистенько, аккуратненько и порядочек. И именно потому, что мы законопослушные, терпимые, реально толерантные в хорошем смысле этого слова и осторожные. Вот поэтому у нас так долго и сидит Лукашенко, который просто варит Беларусь, а белорусы не замечают, как он ее варит. Синдром лягушки, я последнее время очень много про него говорю. Нас сварили. И когда мы поняли, что надо текать из этой кастрюльки, сил у нас уже не было, у нас уже везде были понатыканы камеры, у нас уже везде были агенты, шпионы, стукачи. И количество силового блока на 100 тысяч населения превышало все допустимые нормы. Ни в одной стране мира столько нет, сколько было. Тетяна, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я вам щиро дякую за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Пишіть нам в своїх коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Залишайте свої запитання. Ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз їм дякую за увагу. Всього найкращого. До наступних зустрічей. Пані Тетяна, щиро дякую. Чекаю в нас ще. Дякую вам. До зустрічі.